Прокуратура обязала прекратить эксплуатацию зданий, но самое удивительное, оказывается, здание Ульгеры находится под угрозой обрушения уже почти 10 лет. Еще в 2008 году был выявлен опасный износ конструкции. Почему историческое здание, в котором всегда много детей, да еще и расположенное в регионе с повышенной сейсмической активностью, в течение многих лет эксплуатируется с угрозой для жизни актеров и зрителей? Это большой и отдельный вопрос. Сегодня у нас в студии художественный руководитель театра Ульгер Эрдени Жалцанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете в театре уже более 17 лет. Вы знали, что здание непригодно? Ну, я начну вот именно вот с начала 2000-х годов, когда я начал работать. В течение вот всего вот этого периода времени, наверное, до 2008, может быть, 2010 года, об этом даже разговор не было, не шло. И начиная вот с 11-го, с 12-го, наверное, годов, когда глава республики Вячеслав Наговицын сказал о том, что вот мы отстроили оперный театр, полностью сделали ремонт, русскую драму, бурятский драматический театр, а теперь очередь за театром кукол Ульгер, и мы торжественно обещаем, что вот театр кукол Ульгер будет новое здание, то есть на этом же самом месте. И параллельно уже начались вот эти все проверки на предмет того, что здание находится вот в таком плачевном состоянии. Но так остро не стоял вопрос. Почему его не закрывали? Проверки были, вопрос назревал о реконструкции. Но почему-то никто не предпринимал никаких действий. Ну, честно говоря, я не готов ответить на этот вопрос, почему так произошло. Ну, то, что то сейчас происходит, когда вот пришло вот это предписание, что нужно срочно выселить театр Ульгер. До этого уже выселили музей природы. Мы же ведь находимся под одной крышей. Вот и сейчас вот пошли вот эти все проблемы, вопросы, и все это муссируется в средствах массовой информации, в сетях. И, конечно же, мы, руководство театра и артисты, очень обеспокоены тем, что будет происходить дальше. И вот если нам скажут, все, выселяйтесь, и куда мы будем выселяться? Да, и куда будем выселяться? Ну, опять же, большой вопрос со всем нашим этим скарбом, декорациями, куклами, со всеми цехами и так далее. То есть вам, собственно, выселиться-то и некуда? А нужны соответствующие помещения, чтобы можно было как-то вот нам расположиться и как-то продолжать еще называться театром, да? Вот. И вот такие вопросы возникают. Но главное для меня важно, что есть какая-то надежда на то, что и, скорее всего, это будет так в течение вот этого летнего периода, июнь, июль, август, нам выделят какие-то средства для того, чтобы мы могли сделать вот этот текущий ремонт, укрепить все вот эти балки, там, перекрытия и так далее, чтобы могли продолжать функционировать до начала генеральной реконструкции, скажем так. Вот у меня вот такая вот большая надежда на это. Спасибо, что вы сегодня были у нас в гостях. А я напомню зрителям, что у нас сегодня в студии был руководитель театра Ульгер Эрдени Жалцанов. Мы продолжим говорить о театре, о ее судьбе в программе «Актуальная тема».